Итак, все, улей я сделал, работу я эту проделал, заняло мне не больше 20 минут времени моего. Вот смотрите, что получается. Вот. Эти улики, пленка обрезается, и вот такие вот пробочки, кнопочки. Вполне, даже если предположить, что на следующий год, ну, к примеру, бы не было времени бы сделать эти ульи, либо не будет времени, неизвестно, как там будет в следующем году. Солнце, при нагревании солнца данная смола тает, и, как вы знаете, еще плотнее покрывает крышу, кровлю рубероидом. Ну, старый рубероид, вот видите, наглядный пример, как он долго сохранился на старых ульях. У меня улей с самыми такими агрессивными пчелами. Все так же сделано. И домиковый такой улей без плоской крыши, именно такой двускатный, тоже таким же образом заделан. Все, затекать снег, вода не будет, снег не будет. Все будет здесь хорошо. Пчелкам будет этой зимой уютно жить. Многие, конечно, вы пишите в комментариях, как вы считаете, правильно я делаю, неправильно я делаю. Может, есть какой-то другой способ быстро это сделать. Я знаю, что можно саморезами закрепить. Может быть, это будет надежнее. А может, и ненадежнее. Все-таки скрепки цинкованные. Ну, вот здесь сделано вот так крыша. На штапиках. Но сейчас, если я начну стучать по улью в ноябре, пчелам это будет некомфортно. Старый улей мне достался, он, видите, как прежний хозяин делал. Смотрите, как тут жестко. Ну, как было, чего было. Сельские пасеки, они обычные пасеки, без всяких там пафосных многоуровневых ульев, разнообразных каких-то модификаций. Здесь все просто. Я также на своей пасеке стараюсь не использовать химические разнообразные препараты для того, чтобы излечивать пчел от клеща, от муравья, от поноса и от подобных вещей, диареи так называемые, да. Я стараюсь все использовать народное, то, что в природе растет. Следовательно, не кормить своих пчел сахаром без необходимости, да, то есть не создавать искусственный мед вообще. Вы знаете, что в принципе, в нашей местности, вот я в Витебской области проживаю, с одного домика за сезон, то, что я могу собрать себе, вот для своей семьи, для себя меда, это не более 10-12 килограмм. Все остальное это фейк. Либо искусственно подкармливание пчел, либо еще разнообразные хитрости, позволяющие нарастить мед. А настоящий нектарный мед, собирающий пчелами, позволяет только 10-12 килограмм. Пчела за сезон, семья одна, собирает 20-25 килограмм меда. То есть 12 килограмм им нужно на зиму, чтобы прожить эту зиму достойно. А 10 килограмм, ну, 12 иногда, мы можем забрать только себе. Но это будет настоящий мед из нектара, из цветочков, из лепесточков, из всего полезного, то, что есть в природе. Они искусственные, сахарные. И вот гарантирую, что настоящего меда в своей жизни вы не пробовали. По одной большой причине, что ни в магазине, ни на рынке, нигде не продают настоящий мед. В основном это сахарный сироп, который дан пчелам на переработку в мед. Да, это будет мед, но свойств полезных, тех, которые сохраняются в естественной среде, в естественном меде, там, конечно, не будет. И вы будете есть просто подделку, искусственную подделку.